Ребята, всем привет. Наш Тамбулик маленький заболел. Лежит целый день у себя в домике, не выходит. Плохо себя чувствует, его тошнит. Жидкий стульчик у него. Вот орденосик его трогал, он нормальный у него. Мокрый. Не знаю, со вчерашнего дня он такой неактивный у нас. Малыш. Вот целый день сидит. Сейчас попробую дать ему вкусняшку. С тобой ли будешь вкусняшку? Будешь? Вот видите, он нюхает и даже не хочет вкусняшечку кушать. Обычно он сразу на еду так реагирует хорошо. Берет ее и ест. Ну ты что, малыш, выздоравливай. Настроение плохое, злится он. А, даже не знаю. Что еще можно сделать? Вчера давали ему фосфолюгель немножко, не помогло. Сегодня с утра опять его тошнило. Может, вечером ветеринарку его свозить? Сейчас посмотрим, если не полегчает, свозим его ветеринарку нашего малыша. Вот. Так что пока веселых роликов не будет. Надеюсь, все будет хорошо, да, малыш? Ты выздоровеешь, да, мой сладкий? Все будет у тебя в порядке, твое здоровье наладится. Ну, пока поддержите его лайками, комментариями. Давайте, ребята, как все наладится, выйдем на связь. Всем большое спасибо, всем пока.